Спасибо, морковка, подсказал нормально ответ. Сто пятьдесят плюс 150. 350! Отсоси у тракториста. Тракторист сегодня только у меня. Тракторист тебя не водит, отсоси и будь свободен. Ты что делаешь? Что-то школы пришел и думал, так выучился. А где каникулы? Господи, боже мой. Слушайте, я вас хотел спросить. Вам ответили домашнее задание. Домашнее задание сделать. Давайте я вам сейчас продиктую задачу. Ну давай. Три основных закона термодинамики. Погубли. Ты слышь, смотри, он сахар перестрелся. Да-да-да, ты же реально. У меня интернета нету! Дураки! Ты с КС играешь, нет интернета. Так я с вами играю! А у меня интернета нету! Мозгов у тебя нету. А у тебя ничего нету! Так что молчи! Слышь, я думаю, ты в классе самый странный. Да я всех книжку каждый день ломаю, так что они очкуют. И по 20 рублей мне каждый день платят, чтобы я их не бил. Скорее наоборот, ты каждому платишь. Да нет, это не сахар, это какой-то... Это не сахар, ты просто лишь. Сахар снимает, ты только что его не учил. Дима ли у нее смешнее идет, чем вот это? Иди отсюда. Можешь обратно уходить. Эй-эй-эй! Еще раз повтори! Просто. Да, я сходил, шоколад хавал! Даже на счёт повторишь. В туалете? Да я сейчас какаю! Я сейчас какаю с ноутбука! Играю! С ноутбука? Ну я понял, а у тебя там блюпук с Wi-Fi есть? А фрешка? Конечно, и фрешка! Новый ноутбук! iMac! О господи, походу у него родители очень крутые. Подождите, я один не знаю, что на iMac не идет CSU. Ну, на iMac не идет CSU, это самое интересное. Идет, в Steam, посмотрите, там игры есть на iMac, CSU идет. CSU идет. Вчера iMac купили мне, подарили, я говорю. Говорю, чё КС не работает на iMac? Выкинул его в окно, нафиг он нужен, КС не работает на нем. Важный. Хуйна. Тихо! Что? Ты во что? Неа. Отлично, просто надо бы снимать. Кислый! Важный. Затронил! Помогите, пока он разгорелся! Важный, слышь? Слышу!
нормально. А вы сейчас этот джойстик возьму? Я сейчас возьму джойстик, уже такой джойстик. Вообще отличная идея. Пацаны, я пойду пищу под руку, вы подождите. Смешно. Так я спуск. Ну, потом я шутил, блин. Пошутил, пацан, да? Я там... Какую карту, пацаны? Пила, давай, тащи. Всем привет. Привет, макротерп.ру. Вали отсюда! Важно, я тебя прошу, подключай. Еще раз! Не слышал! Чувак, до школы встретимся, да? Давай! Я с братанами приду! Из садика. Я вообще-то во втором классе, дурак! Давай еще пока типа, смешно шутившие. Слава, не давали, шлюха! Я сейчас поймаю, я расскажу. Кстати, привет, я передай. Ты чё, сука? В каком городе живёшь, Лёва, блин? В Адиле. А, где там шопи, да? Когда мою маму Одессу не вижу. А ты в каком? А что тут прикол был? Вот что такой прикол был, что ты сказал? Не будь села какого-нибудь. Одесса это село, говоришь, или город? Это город. Я говорю, что ты села какого-то. Да? А что такого-то? А, нет. Илюха! Я вижу, парень. Что ты делаешь? Давай, беги. На шифте ходи, блин. Ваня, сколько тебе лет? Существует из города идти. 15 и чё? Чё ты не веришь? Конечно, гонит. Люди, выкиньте эту закремку. Я же вам говорю, 15 мне лет! Люди, ну ё-мо, ну он сейчас там на всех покрасает. Тупо идите и заберитесь. Да он сейчас стоит, у нас бомба есть всё равно. Да зачем? Ну стоит какая-нибудь просто на базе, господи, люди, ну что это такое? Баньте вот этого! Баньте его! Надо! Сейчас тебя...